Всем добрых времен. Меня зовут Алексей Алексеевич. Я сварщик 5-го разряда. В этом видео хочу рассказать и показать вам, как я делаю пугало флюгер для сада и огорода. Берем автомобильную пружину. К ней сверху и снизу привариваем две пластинки толщиной 4 мм. Сверху привариваем рулевой механизм от велосипеда. Снизу направляющую под 25-ю трубу. Далее привариваем рычаг с велосипедным рулем. Длина рычага зависит от жесткости пружины. Берем проволоку-шестерку. На нее надеваем 4 пластиковых бутылки и одну большую пивную кеглю. Эту проволочку привариваем к рулю. Для головы дополнительно привариваем еще одну проволочку. Надеваем спанбонд и маску. Все прошиваем капроновыми нитками. И все готово. Приставленное пугало нагоняет жути как на ворон, так и на собак и показывает, откуда ветер дует. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.